Здравия желаю. Сегодня я показываю чудо-лампочку. С КПД 485% КПД у ней. Вот она. Все видели? Откуда я это взял? Сейчас посмотрите. Вот включаю напрямую ее. Видите, горит. 24 вольта, 24.1, 24.0, горит. Так, выключаем. А теперь, значит, потребляет она напрямую 16,5 ватта. Вот я посчитал по счетчику. А теперь включаем ее через реле Амрон. Поставлено 1:4, то есть 1/10 секунды подается питание с этой розетки, 0,4 секунды питание не подается. Давайте посмотрим, что выйдет. Итак, мы видим, то же самое горит, то же самое напряжение 24.0, 24.1. И также ярко горит. Она, кстати, накаляется, эта галогенка. Можно применять даже для обогрева. Я заказал 20 штук. Вот таких 20 сделать вот так вот. Будет экономно очень. То есть, как видите, вот. Если не верите, вот. Что это через... Вот, смотрите. Через реле это сюда же вот включено. Вот. Выпрямитель. Вот я включаю лампочку, видите. То есть, лампочка мигает. А здесь не мигает. Это чудо-лампочка. Применяется вот такой выпрямитель 76 ватт и реле Амрон, чудо реле Амрон, то есть одни чудеса. Так, выключаем, здесь выключаем. Что получается, расчеты? Значит, при включении через реле потребление 17 ватт. Вот я записал. При включении напрямую 16,5. Но через реле, у нас она работает, значит, в 5 раз дольше. То есть, допустим, работает она 5 часов вместо одного. Так как 1:4, а потребляет за 5 часов 17 ватт, а так бы за 5 часов потребила 16,5 помножим на 5, 82,5, а у нас она потребляет за 5 часов 17 ватт. Ну, у нас она работала не 5 часов, но если так будет работать, 1/10 работает, 4 не работает. 1/10 подается питание, 4 не подается, то за 5 часов она потребит 17 ватт. 82,5 разделим на 17. И помножим на 100. 400, видите, 485% КПД. То есть такие лампочки можно применять как экономные. Для отопления можно применять. Они горячие. Галогента. Она очень накаливается.
Спасибо за внимание. Всем желаю здоровья и успехов в труде и обороне. Враг будет разбит, и победа будет за нами.